Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яков Шатагин, и сегодня с Божьей помощью мы начинаем с вами изучать курс семи универсальных заповедей, которые дал нам Творец Мироздания для каждого человека. И наш курс посвящается для возвышения души Григория Бен-Иван, Екатерины Бат-Татьяна, и для удачи и успеха во всех сферах жизни Геннадия Бен-Иван, Лидии Бат-Георгий, Андрея Бен-Ларисы. Пускай Всевышний благословит их и их близких. Это те самые люди, которые инициировали вот наши уроки по изучению семи базовых заповедей, которые даны всем людям. Итак, мы знаем и верим, что у нас есть Творец, мы его творение, и Бог решил создать наш прекрасный мир, и венец творения – это человек, каждый из нас. Тора нам говорит, что мы созданы по образу и подобию Творца. Что это означает? У Творца нет физического тела, у него нет возраста, как у меня или у вас, у него нет какого-то определенного веса. Он абсолютное совершенство, мы даже не можем понять, насколько он великий. Как же может быть, что Тора утверждает, что мы, люди, созданы по образу и подобию? Говорят нам наши мудрецы. Это означает, что наш мир, он незавершенный, несовершенный, незавершенный. И мы, люди, мы с вами должны доработать то, что Творец начал тысячи лет назад, и он обновляет наш мир постоянно, но мы должны его доработать. Мы созданы по образу и подобию. Это означает, что мы тоже можем этот мир украсить, доработать, достроить, или наоборот, не дай Бог, разрушить и уничтожить самих себя и все вокруг. Каким же образом? Выполняя четкие указания, которые мы называем заповедями Бога, мы этот мир достраиваем и делаем более чудесным. Когда мы нарушаем то, что Бог сказал нам не нарушать, не делайте вот это, а делайте вот это, но мы почему-то решили грешить на языке Торы, на религиозном языке, тогда мы уничтожаем себя и все вокруг. Итак, вот такая вот очень интересная, удивительная система, что Бог, оказывается, хочет, чтобы мы, люди, дорабатывали этот мир, и Он нам оставил четкое указание. Каждая заповедь – это контакт с Богом. Чем больше мы делаем правильных вещей, которые Творец сказал нам, что они правильные. Ведь человечество постоянно придумывает какие-то правильные вещи, какие-то идеологии. У коммунистов была своя идеология – давайте ограбим богатых и все отдадим бедным. Хотя воровство запрещено, хотя они не дали ничего в результате бедным. Так они решили придумать, пришли коммунисты, всех поубивали, всех грабили, насиловали, убивали и ничего не добились. Были нацисты, которые думали, что вот эта раса хорошая, а этих людей нужно убивать. Древние люди, они были убеждены, что нужно заниматься человеческими жертвоприношениями, что, оказывается, боги якобы хотят, чтобы мы убивали людей, чтобы не было цунами, вулканов и так далее, других катаклизмов. Люди постоянно хотели что-то придумать, какую-то систему. Но каждый человек придумал какую-то свою систему. И зачастую эти системы были очень губительны для людей, потому что у каждого свои наклонности, свои взгляды и так далее. Мы верим и мы знаем, что есть одна универсальная система, которую лично Бог передал нам, чтобы мы знали, как себя правильно вести, потому что постоянно какие-то приходят люди, что-то нам говорят, делай так, делай так. Нет, мы будем следовать тому, что дал нам Бог, вот этим семи заповедям, и именно они являются контактом с Богом, или, и когда мы их нарушаем, они являются грехами и разрушают нашу связь. Мы верим, что кроме того, что мы этот мир улучшаем заповедями, что чем больше у нас контакт с Творцом Мироздания, который является источником добра, тем больше будет в этом мире добра и всего хорошего. Мы знаем, что еще есть будущий мир, поэтому, исполняя заповеди Торы, вот эти семь универсальных заповедей мы делаем хорошо себе и в материальном мире, и, конечно же, в будущем мире, который и является самоцелью, что мы будем находиться в вечности, ведь наша душа вечная, вместе с Богом в райском саду, и каждый, вот чем ближе ты будешь к Богу, это зависит от того, как ты себя прям повел в этом мире. Итак, сегодня было такое вступительные 5 минут, и в следующие 5 минут мы поговорим про первую универсальную заповедь, великий контакт с Творцом, который может выполнять и должен выполнять каждый из нас.